ETP-301 – измеритель влажности, кислотности, освещенности почв. Это уникальное устройство 3 в 1. Имеет стрелочный индикатор, предназначен для измерения типа почв – кислотной, щелочной или нормальной, или жидкости, а также для измерения влажности, измерения освещенности. Тестер очень прост в использовании и сконструирован для работы без элементов питания. При измерении влажности нужно учитывать, что щуп ETP-301 не является водонепроницаемым, поэтому только наконечник может быть помещен в жидкость. Теперь вы без труда сможете проверить, получают ли ваши растения необходимое количество воды, не заливаете ли вы их и достаточно им света. В таблице, которую вы видите перед собой, можете ознакомиться со стандартными значениями pH для некоторых овощей и фруктов. Рассмотрим на примере, как определить свойства жидкости. Налейте жидкость, которую необходимо проверить, в стакан. Аккуратно зачистите наконечник щупа, желательно использовать кусочек мелкой полировочной наждачной бумаги. Затем протрите его бумажной салфеткой. Поместите металлический наконечник щупа в жидкость. Прочитайте показания стрелочного индикатора не ранее, чем через 60 секунд после его размещения.